допустим, концерны Mercedes, Benz и так далее захотят иметь кузов автомобиля полностью оцинкованный с особой прочностью, вы им пойдете навстречу? Конечно, есть определенная процедура по производству металлопроката, то есть так называемого акцептационного. То есть сначала это образцы, потом это один рулончик, потом это несколько рулонов, и далее принимается решение уже о поставщике, то бишь о нас. Ну и, соответственно, заключается договор, и начинаем производство в полный рост. Дима, мама преподаватель русского языка и литературы, так, да? Она тебе объяснила, вот, что ты похож на молодого Байрона? Ну, об этом мы не обговаривали, она приводила примеры другие случаи. Но ты поэзией не увлекаешь. Почему? Я пишу стихи, да, это правда. Оцинковщики могут писать стихи. Так, ты металлург? Да. Поэт? Или поэт-металлург? Все-таки призвание мое металлург, а поэзия это хобби. О том, какие стихи пишут Дима Риве, а ударение на последнем слоге мы делаем потому, что его дедушка француз, вы узнаете чуть позже. А сейчас о том, как закончил первое полугодие и начал второе, 11-й листопрокатный цех, который еще называют комплексом по производству автолиста, что, на наш взгляд, не вполне справедливо. Ведь есть же еще совсем новенький НГЦ номер 3, на котором автолист не выпускают. Вот с этого и начался наш разговор с исполняющим обязанности начальника цеха. С постройкой нового агрегата НГЦ-3 мы разгрузили полностью ассортиментный ряд агрегата АНГЦ, то бишь все строительные заказы у нас перешли на третью оцинковку, что позволило увеличить выход продукции именно автомобильной на агрегате АНГЦ. То есть на текущий момент у нас оцинковка загружена только автомобильным металлом. Первое полугодие ввиду, скажем так, очень сложной ситуации, да, в мире, было очень тяжело, но в целом мы видим, что загрузка по крайней мере, ЛПЦ-11 была на все 100%. Значит, ожидаем второе полугодие аналогичную загрузку, поэтому расслабляться времени у нас, к сожалению, нету. Цеха загружены, а работаем в полную мощность. Первое, что бросилось в глаза при знакомстве с бригадой Вячеслава Полянского, а он сегодня исполняет обязанности сменного мастера, это возраст персонала. Не юный, конечно, но если учесть, что у каждого в ранце не маршальский жезл, а университетский диплом, ну почти у каждого, то становится ясно, эти хлопцы способны на многое. Мне кажется, у вас молодежная бригада, нет? Ну, средний возраст по бригаде, да, у нас относительно небольшой для среднего по комбинату. Потому что тут много студентов, бывших студентов, естественно, много тех, кто у кого стаж там 3-5 лет после окончания. Ну, как-то мы так сидеть собрались. Мало бригад. У вас на всех один университетский диплом, да, большой? Я думаю, 2,5 наберем на всех. И один у мастера еще, свой. А вы давно закончили университет? 2 года назад. Ну, вообще, когда учились, представляли себе будущую работу? Я учился, когда? Я учился на заочном, я уже работал. Сначала в 6-м, в своих покрытиях, потом здесь. То есть я уже здесь оканчивал. Ну, особой-то разницы нет, да, по условиям труда и там по задачам производственным? Нет, агрегаты были абсолютно одинаковые, что АНГЦ номер 2 в своих покрытиях, что это. То есть разница только в том, что он новее. Принципиальных отличий в технологии здесь никаких нет. Павел, я вот не понимаю, как можно из термиста превратиться в оператора главного поста? Ну, я временно заменяю оператора главного поста. А вдруг понравится? Ну, я уже был оператором главного поста. А сложнее где? Везде есть свои особенности, в каждой профессии. Нет, я так понимаю, что на термиста ты учился, да? И работал, и стаж есть. А вот оператор – это совсем другая профессия. Нет, ну, более ответственная. Отвечаешь за всю линию, смотришь за всеми узлами агрегата.
А груз ответственности давит сильно, нет, на плечи? Да нет, я, я привык. Что, спортом занимался? Да, занимался. А скалолазанием спортивно. Да ты что? Да. Ты по-прежнему утверждаешь, что лучше гор могут быть только горы? Конечно. А на которых ты еще не бывал? Ну, на Эверест не ходил. А на Эльбрус ходил? На Эльбрус тоже не ходил. Ну, я занимался спортивным скалолазанием, не альпинизмом. То есть мы лазали по скалам. В горы мы не ходили. Третий агрегат оцинкования самый молодой на ММК по возрасту, а потому и самый передовой по техническому оснащению. По сути, это агрегат-автомат с максимальным программным обеспечением. Но эта полная компьютеризация требует от людей особой концентрации внимания, потому что любое отклонение рабочего режима, а скорость прохода полосы здесь очень высокая, может обернуться неприятностями. Volkswagen, Hyundai, Nissan, а еще кто на очереди? Я думаю, ни для кого не секрет, что в настоящий момент автомобиль премиум сегмента, такой как Аурус, производится 100% из металлопроката производством в 11-м цехе. Поэтому для нас это большая гордость, достижение. Угу. Поэтому сегодня мы это смогли. Я учусь, продолжаю учиться. Надеюсь, что этот процесс не будет заканчиваться. Но хотелось бы, пока есть как бы силы, желание учиться, продолжать это занятие. Не знаю, как. Насколько уж это получится, это уж дело второе, там, как бы, по возможности. Дело первое, потому что сначала ты был ОМД, техникум, потом менеджер МАГУ, а теперь снова университет. Снова ОМД, снова прокатчик, снова все как бы вернулось, так скажем, к первоначальному образованию, к той профессии, которая выбиралась еще со школы. Ну, наверное, не жалею об этом. Так тебе, наверное, сам процесс нравится учебы, да? Ты уже вошел в него? Я бы даже сказал, со временем начал и процесс нравиться, и начал беспокоить отсутствие учебы, когда ее нет, как-то, так скажем, подсыхаешь головой, говоря так, ну, перестаешь мыслить, думать, обдумывать что-то. А когда учишься, постоянно в тонусе, мозг в тонусе, и тело заставляет, так скажем, двигаться. Скажем так, ну, конечно, не без этого. Я вот предположу, что там появляются новые однокурсницы, нет? Да что-то в основном, вот на прокатке в основном только однокурсники, по однокурсниц как-то все нет, да, в основном мальчишки же учатся. Ну, жена этого не услышит, да? Жена хорошая, она все понимает, все знает. Я ничего от нее не скрываю, мне нечего стыдиться. Честно признаемся, встреча с молодым оцинковщиком с французской фамилией Риве нас не сильно удивила, потому что в июне 2020 года мы познакомились здесь же, на третьем агрегате, с мастером по фамилии Парис, а зовут его Стасис. Мы ему сразу же стали намекать на сходство с известнейшим латышом Валдисом Пельшем. Но, как выяснилось, он оказался точной копией голливудской звезды Тома Харди. Вот такой здесь интернационал. В начале нашего фильма мы обещали вам стихи. Где каждый мужчина – охотник, рыбак, где женщина ждет от добытчика ужин, не купленный, не просто так, а найденный, схваченный хищником. То есть мужчина должен, как в прежнее время, да, в пещере быть хозяином, да? Мамонта убивать и с женщиной руководить, так? Ну, современный реалий диктует нам другие правила, к счастью. И сейчас в пещере жить уже нет такой необходимости. Но суть оставалась та же, мужчина должен быть добытчиком. Этим мы все здесь и занимаемся. Мне действительно моя работа правда нравится, она мне просто по факту интересна. Ну, что-то новое познавать и прочее. Вот недавно робота поставили тоже, который очень помогает. Это тоже что-то новое, и нас учили им управлять. То есть прогресс не стоит на месте, и мы двигаемся в шаг с ним. Говорят, что робот уже вами управляет, да? Пока нет, но время покажет. Но сейчас скажите, легко ли управлять бригадой, где сплошные поэты, скалолазы, альпинисты и так далее, человеку, который по возрасту младше некоторых своих подчиненных?
А давайте спросим об этом его самого. На самом деле, практически с большей частью коллектива мы работаем уже с 2017 года. Все знаем друг друга, очень даже близко. Есть какие-то совместные мероприятия проводим. То есть, и ребята идут навстречу, то есть никаких конфликтов не создают. И я сильно как бы не усугубляю позиции свои как мастера. То есть у вас нет как кублики в моряцком, да? Боцман говорит, все молчат. Не, ну почему? Все равно надо придерживаться какой-то строгой позиции. Сегодня была проверка, как бы, да, в начале смены. Ну, тяжелые были несколько часов. То есть вся эта поэзия уходит на второй план и прочее, да? Главная работа. Абсолютно верно. Ребята пришли на смену, очень рьяно вринулись в проблемы агрегата, устранили в течение нескольких часов. Также предыдущая бригада помогала, то есть все коллективно собрались, устранили наши недочеты, запустили агрегат, вышли на рабочие позиции и поехали дальше. Сменное задание, в зависимости от сортамента, порядка 500-600 тонн в смену. И то, что вот утром немножко простояли, это можно компенсировать сегодня уже? Компенсировать это невозможно. То есть производство горячих часов, мы их придерживаемся, скорость больше, чем нормативная, мы не можем выставлять. Мы придерживаемся своего производства. Ну а к концу-то месяца можно и скомпенсировать, да? Можно другим сортаментом это все компенсировать. Мы начали наш фильм с утверждения, что ЛПЦ номер 11 – главный кошелек комбината. Учитывая тот факт, что именно здесь производится дорогостоящая продукция группы «С». И как вы сами понимаете, полная загрузка его агрегатов означает, что поток средств бюджетом МК может и должен идти непрерывно. Последние два года, 20-й и, соответственно, 19-й, мы плюс-минус в одной цифре идем. То есть это где-то порядка 1 770 000 – 780 000 тонн годной металлопродукции. Много различных факторов именно касается производства. Поэтому трудно говорить о том, что 2 миллиона с ремонтами или без ремонтов. Все зависит от сортаментного ряда. Есть очень трудоемкий металлопрокат, который имеет производительность очень низкую, но он очень востребован у потребителя. Соответственно, самая главная для нас задача – это выполнение текущего бюджета, это раз, и второе – это степень удовлетворенности нашего клиента. Пожалуй, эти два основных фактора, из которых мы живем изо дня в день, месяц к месяцу.